Я очень бы хотел, сегодня я рад, что мы наконец-то все депутаты собрались опять. И я хочу обратиться к жителям Гагаузии, чтобы увидели, кто собирает народное собрание. Не председатель народного собрания, а Ирина Влах, когда она хочет его регулировать, когда не хочет, не регулирует. Уважаемый Владимир Михайлович, когда Сергей Константинович обратился к вам по зарплатам, я взял одну зарплату госпожи Недялка Калын, которая подняла кай в этом и даже подала, по-моему, жалобу в ЦИК, что откуда взяли будут тебе ее декларации. Декларация госпожа Оксана Недялка в открытом доступе, она есть везде. Я хочу озвучить только одного чиновника зарплаты, зама. Вот так, чтобы вы знали, что там творится в этом исполкоме. Я не знаю почему. Петр Иванович. Это касается бюджета Гагаузии. Петр Иванович, я бы хотел вас видеть каждый раз на заседании народного собрания, а не когда вам назначают вот это. Пожалуйста. Зарплата Недялка Калын. За два года я взял 19-20 год. Что вы посмотрели? 254 138 лей. Или выходит где-то 10 580 лей в месяц. Плюс она получала питание за 20-й год 11 тысяч. Как будто работают бельми на каких-то вот опасных этих участках. Мы там не сокращаем. Тот ее муж рядышком работал. Здесь у нас Гагауз Гази имеет зарплату 288 тысяч. И плюс он как инвалид получил пособие за отопительный период, ребята, 27 849 лей за два года. Покажите мне, какой инвалид у нас получает это. Покажите, она да тячала и висте обрадам без они инсани щитцы не без индилаяпизма. И мы там не сокращаем, мы сокращаем социальные программы, сокращаем все остальное, но только не это. Госпожа Недялка Калын по уходу за ребенком получилось 67 896 лей. И в 19 году работала, получала 10 тысяч зарплату. И там получала, и здесь получала. И вот так бьют себя в грудь, что они патриоты. И сегодня в бюджете Гагаузии, по неофициальным данным, за два года выведено 200 миллионов лей. Мы не можем их говорить, что это есть, мы не можем это и отрицать. Петр Иванович, себя обращать. И нам не дают сегодня, я уважаю твой возраст, но я не уважаю вот это то, что вы делаете. Я не уважаю, что вы по мановению, пацаны, которые в штанах ходят, где лисы не стоят, братья, не денег. Сергей Афанасьевич, без оскорблений, Владимир по бюджету, без оскорблений просто. Вот я по бюджету говорю, все, я говорю сегодня по бюджету. И сегодня прав был Сергей Константинович, что когда горел закон о патентах, загорел закон о налоговом свидетельстве, не смогли мы собрать. И 14 числа опять никто не соберется. Почему? Потому что это невыгодно Ирине Влах. Она сегодня эту Гагаузию уничтожила. Уничтожила все, что можно было и все, что нельзя было. И сегодня я говорю, вот ребята, каждый голосует. Я предлагаю поименное голосование, и пускай Гагаузия видит, кто сегодня Гагаузии довел до вот этого состояния.